Они не верили в его стратегию, но усатый трейдер доказал, что она реально работает. Они думали, что это подстава, но он показал свою историю вывода денег. Они думали, что он не станет популярным, но на его канале уже более 130 тысяч подписчиков. Усатый трейдер, еще не поздно подписаться. Всем привет, меня зовут Костя Павлов, это моя рубрика новая под названием «Первое впечатление». И первое впечатление у меня сегодня будет о этом автомобиле, а именно Lamborghini. Ой-ой-ой, название-то какое у него, Lamborghini, и все, я, честно говоря, даже не знаю, как она правильно называется. Какой-нибудь Галарда, наверное, или, не знаю, Марсурен, не знаю. Подскажите, это что за Lamborghini? Какая-то Lamborghini. Позорище, Костенька, позорище. Это Lamborghini Gallardo. Gallardo? Именно так правильно, Lamborghini. Это, в общем-то, легендарная Lamborghini. Легендарна она тем, что их продано наибольшее количество на данный момент штук машин одной модели. То есть у нас марка это Lamborghini, модель это Gallardo. Gallardo, елки-палки, позор какой. Говорю так, потому что Gallardo, нас и журналисты часто называют Галечкой. Галя, Галюсечка. Ясно. В общем, вот такая вот Галюсечка. И первое впечатление я создам об этом автомобиле именно сегодня. Рюкзак, и хочется положить его в машину. Вот единственный багажник, который здесь есть, это вот впереди находится, но вот, собственно, сами видите, сюда мой рюкзак уже особо не поместится даже. Вот это, мне кажется, такая небольшая проблемка этого автомобиля. Итак, это очень сложный автомобиль, как оказалось, и я здесь вообще не понимаю, что здесь происходит. Здесь вот нет автомата привычного для меня, например, есть лепестки, только вот вижу, и всякие кнопочки. Вот, я даже не очень понимаю, как ее заводить. Ох. Так, есть. Задний ход. Буква R слева. Буква R слева, это задний ход. Уже странность, хорошо. Я сам себе каким-то кажусь, не знаю, человеком, который вообще ничего не понимает. Обе на себя, это что будет? Нейтралка. А, обе на себя, это нейтралка. Так, хорошо, в этом разобрались. Обе на себя, это нейтралка. Так, а что, поехать прямо? Правую одну на себя. Плюсик, да? Да. А вообще, как бы у нее получается автомат или... Ну, полуавтомат такой. То есть надо все равно лепестки будет делать? Только или... чтобы тронуться. А, только чтобы тронуться, понятно. Мало того, что я первый раз вообще на Lamborghini еду, так еще и первый раз на кабриолете. То есть, ну, куча сразу впечатлений первых. Вот, очень интересно, как она пройдет лежачего полицейского, потому что, ну, мне кажется, это такая низкая машина, плюс еще наверняка жесткая очень. Ну, вроде более-менее ничего, нормально. Жесткий какой-то руль, вся она такая вот прям жесткая. Вот. Хотя не ощущается, что прям как-то холодно или что, даже наоборот, вроде нормально. Ну, плюс здесь печка, конечно, включена. Вот, но... Я думал, что в кабриолете в такое время будет прям холодно, а вроде ничего, нормально. Ну что ж, первый раз попробуем газануть. Это офигенно. Прям вообще, блин. Конечно, так автомобиль шпарит. Не сказать, что она прям сразу схватывается, но когда она схватилась уже и просто тебя так несет, ощущение, как будто ты на мотоцикле едешь. Но, мне кажется, так схватывается только мотоцикл, серьезно, по-другому не. Таких ощущений я еще никогда
никогда не испытывал, честно. Это что-то потрясающее вообще просто. Так, все, не могу к этому привыкнуть. Две на себя. Это у нас включается нейтральная и ручник, да? Так, ручник и все. Все, мы отключаемся. Мечта сбылась. Вот такое было первое впечатление от Lamborghini. И оно меня, честно говоря, потрясло, удивило. Потому что это серьезно удивительный автомобиль. Очень жесткий, но такой мощный, что прям вот, я не знаю, как описать это словами. Это нужно лишь ощутить на себе. Большое спасибо прокат.ком за то, что предоставили этот автомобиль вот так вот проехаться по Москве. Ну, когда еще такое случится в жизни? Я не знаю, может быть, даже никогда. Все, большое спасибо, что смотрели и за то, что лайкаете мою новую рубрику. Всем спасибо, всем пока! Именно на вскрытие, то и рубрика должна быть хоть немного, но пересекаться с этим шоу. Итак, представляю вашему вниманию рубрику «Дешевый Али». Как минимум 10 выпусков выйдет под этим названием. Ну просто я, короче, заказал всего 10 посылок. А дальше посмотрим, в чем же суть.